Всем привет! И сегодня у меня распаковка бумажных сюрпризов, и это уже третья часть распаковки. У нас пакетиков становится все меньше и меньше. Давайте их скорее откроем. Коллекция фастфуд, суит, погода, котики. У нас остался самый большой пакетик. Сегодня мы вместе с вами распакуем и узнаем, что здесь. И эмоджи. Открываем. Открываем погоду. Что же тут у нас? Короче, ребят, я тут такая искала, она, оказывается, отлетела. Смешно. Под номером 3. Поздравьте меня, я опять порвала. Ну, вот так как-то. Следующая коллекция у нас котики. Открываем самый большой пакетик. И смотрим, что нам попадается. Что-то под номером 2. И это нам попался Пушин. Вы посмотрите на него. Классно. Пушин. Приклеиваем на цифру 2. Вот так. И мы с вами заканчиваем эту коллекцию. Я буду скучать по этой коллекции, потому что котики тут очень классные. Следующая коллекция эмоджи. Открываем пакетик. Под номером 2. О, это плачущий смайлик. Приклеиваем на номер 2. Коллекция фастфуд. И нам попался гамбургер. Вы только посмотрите. Он под номером 3. Номер 2. И последняя коллекция у нас суит. Посмотрим, что нам попадется. И под номером 3. И это мороженка эскимо. Приклеиваем на цифру 3. Класс! А на этом было все. Спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем пока!